Итак, наконец-то первая суббота с хорошей погодой. И я нашел отличную деревенскую лужу. Вот такая вот деревенская лужа. Там кто-то что-то пилит, а я копай. Так, предмет, значит, несерьезный, но намекающий на то, что здесь может быть что-то и будет. Медное колечко. Вот в деревне все хорошо, но если один начал косить траву, вся деревня косит траву. А у меня пока что вот такая вот гильзочка. Наверное, здесь когда-то прифигачили уточку. Я уже сейчас с этим косарем психом стану. Но приходится держать себя в руках. Ведь впереди несметные сокровища. Аллилуйя. А вот и первые сокровища. Эх, образочек. Похоже, алюминиевый был. Картинки нет. Ну что ж, первая находочка. Но, по всей видимости, алюминий. Люминь. И такого я вообще не ожидал. 2 копейки 78 года. Рядом с образком. И вот, обойдя этот прудик, ценностей никаких не нашлось. Кроме одного образочка. И вот медный замочек. И пока что все. Ну, в общем, обошел я весь прудик и вернулся на начало, откуда я, так сказать, пошел. Потому что мужчина тут так сильно косил траву и так долго, что просто ни хрена не было слышно. И на этом же месте практически и образок. А вот такую штучку я нашел. Музыкантик советский побывал здесь. Итак, воскресенье. Продолжаю лазить по болотам. Начало 3 копейки 80-го года. И пролежав в земле как минимум 20 лет, она как новенькая. Красотища. Жарища. А ты один. Вот копеечка какая хорошенькая попалась. 73-й год. Даже отмывать не надо. Фу. Вот ради чего я шел по болотам. Вторые выходные. И вот он, солнечный металл. А-а-а, золотая. Золотая, золотая, золотая. Я разбогател. Покрутившись по болоту, я решил вернуться к золотой сережечке. Вон там золотая сережечка была. Монетки. И... бабац! Серебряная подвесочка. Лев! Пробы есть. Вот они пробочки. Вот они стоят. Вот они пробы. Серебро. Лёва! Ха-ха! Я разбогател! У-ху! Пожалуй, эту монетку я сниму. Советское золото, 62-й год. Вот пролежало столько, а как новенькое. А советские после шестидесятники достаешь. Вот я 3 монетки достал, 3 копейки. Все в хлам. А в болотистой части все в идеальном состоянии. Вот так вот. Вот еще одна представительница советского золота.
Двушечка 70-го года. Наверное, я больше советские монетки снимать не буду. А если что ценное попадется, обязательно сниму. Вот как пятнашечка 61-го года сохранилась в песочке. На дне. Ха. Чистить даже не надо. Жалко, только лицо у нее подъело. Пятачок. Золото партии обязательно снять надо. Красавец, как новенький. Двушечка, 68-й год. Просто идеальная. Вообще прям даже не... Ха! Нулевенькая. Я даже не знаю, что это такое. Слиток чего-то. В нашем краю, конечно, золота нет. Но это и не фольга. И вот сейчас покажу сигнальчик. Может быть, конечно, кто-то золотишко. В общем, непонятно, что я такое выкопал. Так-то вещица тяжелая. И нифига не фольга. Ладно, в ювелирку схожу, посмотрю, что это такое. Интересно. Вот такой чистенький кусочек какого-то металла. Сильно похожий на золото. Ну, и самые, наверное, интересные. Это кранчик от самовара. Вот. Возраст, конечно же, неизвестен. Но в берегу найден. Вода отошла вот настолько. Соответственно, как ты сюда попал, непонятно. Я задолбался обходить болото. Столько советских денег, что я просто уже плюнул на эти сигналы. И думаю, все, уже силы закончились. Все. Золото! Не понял. Yes, 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 yeah. Я разбогател. Пошел мыть. Моя прелесть. Вот так вот. Такую жарищу надо за золотом ходить. По говнищу. Вот по такому говнищу. Ай, моя прелесть. Серёня, ну мастер. Ёк, макарёк, а. Вот это размерчик. А? Ядрит ты, ангидрит. Это сколько ты здесь лежал? Ху-у-у. Вот это подгончик. Вот это подарочек. Обожаю бродить по болотам. Капелька попала. Наверное, кадр испортился. Ну ладно, хрен. Факт наличия зафиксирован. Почапал дальше копать. Ох, я тут накуролесил. Ё-моё. Я вот сегодня, в принципе, не просто так по болоту прошелся. И самое ценное на сегодня — находка. Я уж не знаю, как... Ну вот это вот гиря! 16 пудов! Берем и спортом занимаемся, блин! Вот это да! Вот это подгон! Ну что еще может быть интересненькое после гири?
А это советская трубка для подводного плавания. Хо-хоу, цвет мед. Отделали на века, а? Прошло, я не знаю, сколько, блин, лет. А оно все целое, бери и плавай. Но мы не поплывем. Гирю я помыл. Остался еще у меня маленький тут участочек. Вот такой вот, малюсенький такой, малюсенький. И бабац, советская бижутерия. Ха-ха. Эх, жалко не серебришка. Но все равно красивая. Блин, такой хуйней я еще ни на одной копалке не занимался.